преддверии главного праздника школьников социологи опросили работающих россиян, которые имеют детей-выпускников. Респондентам предстояло ответить на вопрос, сколько они потратят на выпускной вечер своего ребенка. Всего в опросе участвовали 1000 родителей в 180 городах России. Так вот, выяснилось, что каждый четвертый родитель сдал в общешкольный фонд подготовки к выпускному балу до 5000 рублей. Примерно столько же, 26%, выложили от 5 до 10 тысяч. 7% семей выпускной школьный вечер обошелся в сумму от 16 до 20 тысяч рублей, а еще 5% респондентов расстались с суммой свыше 20 тысяч.